Одна из наших главных задач — наладить на Манхэттене связь. У батальона с этим все зашибись. Они захватили вышки мобильной связи, СВЧ-связь, даже точки доступа Wi-Fi. И нам давно пора наверстывать упущенное. Я отправил в Кипс-Бэй группу техников с заданием обустроить там базовую станцию, которая позволила бы нам подключиться к каналам связи батальона. Точка всем была хороша, но потом туда заявились беглые зэки. Ты почти на месте. Мачта связи, которая тебе нужна, находится на крыше. Она огромная, ни с чем не спутаешь. И поищи, нет ли там техников ОТГ. Где один, там небось и другой. Да, мэм. Да, я был там, когда было решено оставить темную зону. Да, готов рассказать. Мое имя? Специалист Роберт Армитедж-младший, Национальная гвардия, Нью-Йорк, 42-я пехотная дивизия. Да, мэм, язык сломаешь. Инженер-электронщик. У меня в Ютике жена и двое детей. Мобилизован в декабре, когда губернатор ввел режим чрезвычайного положения. Мы знали, что началась эпидемия, только не знали чего. А нет, мэм, в такие подробности нас посвящают, когда это требуется, а тогда еще не требовалось. Вступая в армию, ты, по сути, разрешаешь делать с собой что угодно, мэм. Убираться!
Так, что там зажглось? Похоже на антенну. Проверим силу сигнала. Похоже, кто-то из инженеров триангуляцию проводит. Это перебор, но такой перфекционизм даже к лучшему. Внимание! Противник! Ну все, подставляй задницу! Все даже сюда идут, все отымей тебя! Thank you.
Ух ты, еще один. Мужик, который тестирует сигнал на крыше в Нью-Йорке зимой во время апокалипсиса. С таким бы я выпил. Давай дальше. Мачта, похоже, в хорошем состоянии. Починить эту антенну, и ты только что вызвался добровольцем. Понял меня? Да понял, но это же нелюди какие-то, они убьют нас. Джон, сделай глубокий вдох и вспомни, что ты мужик. Как вспомнишь, доделай свою работу, черт побери. Ладно. Так, что там зажглось? Похоже на антенну.
Проверим силу сигнала. Похоже, кто-то из инженеров триангуляцию проводит. Это перебор, но такой перфекционизм даже к лучшему. Все? Я поступил с тобой по-свински, это да. Но все уже позади. Подключение есть, связь работает. Противников в твоем квадрате нет, и мы высылаем за тобой отряд. Ты как, живой? Вроде бы.